Шесть дней в неделю работает Одинцовский историко-краеведческий музей. Посетить его может любой желающий. Единственное условие – наличие QR-кода и средств индивидуальной защиты. Какие выставки сейчас представлены в музее? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим. Здравствуйте. В эфире ОТВ-программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии директор музея Светлана Геннадьевна Раханова. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. Здравствуйте. Светлана Геннадьевна, насколько я знаю, вы активно работали и на новогодние праздники. Выставок сейчас в музее много. Что посетители могут увидеть? Ну, кроме нашей экспозиции, которая представлена в музее постоянно, у нас работают еще сменные выставки. Буквально неделя осталась для экспонирования выставки, посвященной Новому году. Эта выставка по-своему уникальна, потому что первый раз за историю музея мы новогоднюю выставку сделали еще и фотозону. То есть можно не просто посмотреть живописные работы и удивительные совершенно предметы нашего музея, это и новогодние игрушки Деда Мороза и Снегурочки, но еще можно посидеть в таком уютном кресле с пледом, почитать книжку у окна, зажечь елочку, сделать прекрасные фотографии, которые потом можно выложить. Действительно, очень атмосферно. Вы сказали про постоянные экспозиции. Давайте напомним телезрителям, что постоянно представлено. Постоянные экспозиции – это у нас крестьянский быт. Там, где представлен такой сруб совершенно уникальный, с печкой, с предметами, которые были необходимы для жизни любому деревенскому жителю. Многие вещи, которые там показаны, уже вышли из обихода, и поэтому даже у нас такой есть небольшой маленький квест по экспозиции. Угадай, зачем этот предмет был так необходим когда-то Одинцовцу, который жил в частном доме. А вот какой предмет всегда наибольшее количество вопросов вызывает у посетителей? Ну, наверное, самый такой предмет, трудно угадать, это, наверное, коромысло, как ни странно. То есть уже совсем этим не пользуются в деревнях, коромысло уже никому не надо, потому что есть возможность воду добывать иначе. Но вот коромысло не все угадывают. Также не все угадывают, как мы его называем, безмен, то есть такая мерная, такая железная, такое приспособление, которое, собственно, отмеряли вес. Вот его тоже не всегда угадывают. Но многие предметы известны из мультфильмов и по сказкам. То есть проходят такие аналогии. Да? Ну, как бы, то есть странно, печка, что коромысло не угадывают. Нет, вот интересно, коромысло. А что говорят? Для чего говорят это? Дуга, что это, как бы, что это для лошади. Я говорю, это не для лошади, это для девушки. Ну, то есть не понимают, как бы, да, то есть если видят, что изогнутая какая-то такая вот вещь, то почему-то сразу думают, что это упряжь. А это не дуга. Все-таки это плохо сказки читают, невнимательно. Да, мы даем иногда даже попробовать, естественно, с пустыми ведрами, попробовать девушкам примерить сей предмет. Но девчонки как-то это так со смехом, мальчики очень хотят. Но это был все-таки предмет женский. Потому что есть женщины в русских селениях. Деревенская изба. Какие еще постоянные экспозиции? Постоянная экспозиция – это археология нашего края, где можно посмотреть совершенно удивительные предметы, которые были когда-то найдены на наших одинцовских курганах, еще, как мы теперь говорим, в конце прошлого века. Прекрасная экспозиция, которая у нас будет немножечко переделываться в этом году, посвященная человеку, который, собственно, построил наш дом. Всем известно, что это контора купца Якунчикова, которому в следующем году исполняется 195 лет. К сожалению, точной даты его рождения мы не нашли пока. Поэтому, скорее всего, мы будем отмечать день рождения Якунчикова где-то, наверное, в октябре, в ноябре следующего года. Вот про Якунчикова говорят по-разному. Я слышала версию, что он был достаточно такой строгий работодатель, если можно так сказать. Вот что посетителям рассказываете? Все, что мы нашли по документам, он был, в общем-то, человеком неординарным, скажем так. Потому что, с одной стороны, он не любил
так сказать, бросать деньги на ветер. Он не шиковал. Но при этом, если он считал, что дело важное и нужное, он мог тут же как бы дать достаточно большую сумму денег. Русским купцам это не очень свойственно, потому что все знают из литературы, что купцы гуляли у нас широко. Но вот Якунчиков был другой человек. Может быть, потому что он получил образование в Англии. То есть все-таки 5 лет он учился в Англии, владел иностранными языками, умел играть на скрипке, очень любил живопись, графику. И всем известно, что одна из дочерей вышла замуж за великолепного русского художника Поленова, была его музой. И одна из дочерей тоже прекрасно совершенно писала работы Якунчикова, Вебер. Удивительные совершенно работы, которые сейчас известны во всем мире и экспонируются в Третьяковской галерее. Очень образован, может быть, поэтому и так не сорил деньгами, а вкладывал именно в дело. Именно в дело. Московская консерватория существует благодаря тому, что Якунчиков дал первый взнос. Это уже какая память, да, оставила себе человека. Да. Это кроме того, что он занимался активно кирпичным производством. Да. Следующая постоянная экспозиция. Перемещаемся да, по музею. Да, перемещаемся, да. Значит, дальше поднимаемся мы с вами на второй этаж. Там у нас теперь много сменных выставок, потому что выяснилось, что людям интересно приходить в музей не один раз. А если не один раз, то значит должно быть, что все время что-то новенькое. Из постоянных экспозиций это у нас так называемый «Афганский зал». Там проходит очень много уроков мужества. Мы рассказываем о том, какие наши граждане сознательные, патриотичные, и на самом деле и наше подрастающее поколение, оно не менее патриотично, но нужно об этом все время говорить. Дальше у нас зал идет, один из самых любимых, кстати, залов наших посетителей. Мы его называем «Хрущевка», «Хрущевская квартира». Для тех, кто любит поностальгировать. Да. Вы знаете, очень интересно, потому что очень многие наши посетители приходят и говорят, ой, а у меня это есть на даче. Ой, а вот это у нас там есть у бабушки дома. И это здорово, потому что люди начинают ценить те предметы, которыми владеют. И начинают к ним относиться с уважением и с радостью. И это очень здорово, потому что вещей советского периода еще в обиходе очень много. И мне, например, иногда очень жаль, когда люди это выбрасывают, потому что это действительно тоже история семьи. То есть это их бабушки, дедушки, прабабушки, там, я не знаю, прадедушки. Они покупали это со своей зарплаты, несли это в дом, чтобы это было удобно, красиво, радостно. И каждая покупка, она была событием в семье. Вокруг таких вещей столько историй, да, обычно семейных. Да. Начиная там, не знаю, от покупки там радио, да, там телевизоры, это вообще были просто мега покупки. А еще портфель, например, покупали перед 1 сентябрем, и никто не менял портфель каждый год. Портфель служил до тех пор, пока служил. Справлялся, в общем-то. Пока мог справиться, да, со своей задачей. Нам совсем недавно принесли 2 бетона, с которым ходили за молоком. Сейчас вот дети даже и не знают, что за молоком нужно было ходить со специальным, так сказать, предметом, да? Вот. Ну вот я, например, в детстве ходила в магазин с бетончиком. Ну, как бы вот я его узнала. Вот, поэтому действительно возле каждой вещи можно рассказывать, и более того, даже иногда не нужен экскурсовод. Иногда бабушка или мама, увидев тот или иной предмет на нашей экспозиции, он говорит, ой, у меня такое было, да мне это подарил мой папа, да и меня там подружка мне завидовала, а потом ей тоже такое же купили. То есть тут же начинается общение даже внутри семьи, и это здорово. Это здорово. Вот вы говорите, что люди вам приносят, да, вот эти предметы. Да. А каждый ли человек может принести, какие условия передачи вот этой вещи музею?
Условия передачи очень просты. Если вы считаете, что вы можете расстаться с этой вещью, что по каким-то причинам вы не хотите, чтобы она была дома, вы можете ее принести в музей. Но это не значит, что музей тут же ее примет. У нас есть художественный совет, у нас есть научный совет, потому что все предметы мы не можем принять просто физически. Мы, конечно, смотрим на сохранность, чтобы была максимальная сохранность. Но бывает так, что приносят настолько уникальные вещи, что я скажу честно, я даже иногда с владельцами этих вещей разговариваю и говорю им, подумайте, потому что если музей примет этот предмет, обратно мы уже вам его не отдадим, потому что то, что вы принесли не мне лично, вы принесли нашему государству. Мы этот предмет опишем, внесем в госкаталог, и этот предмет уже будет достоянием нашей Родины. Поэтому я, когда вижу, что принесли семейную и очень важную вещь, обычно я прошу хотя бы сутки подумать, посоветоваться с внуками, потому что бывает так, что человек пожилой, он говорит, ну, это никому не надо. Я говорю, ну, вы спросите у своего внука. И вдруг выясняется, что внук, у него тоже с этой вещью что-то связано. И он говорит, что вы, ни в коем случае не надо. Ну, может быть, музейщики меня и осудят за это, потому что, конечно, коллекция пополняется и должна пополняться. Но бывает, что берут предметы, а потом начинаются обиды. У нас все-таки музей так обласкан нашим населением, и мне бы не хотелось, чтобы был какой-то негатив, чтобы, если уж предметы отдаются, то они отдаются с радостью и с любовью. Чтобы не было никаких печальных историй вокруг этих предметов. А люди, которые приходят на экскурсию в музей, они могут, собственно, воспользоваться услугами экскурсовода. Правильно конечно, я понимаю? Вот конечно. На каких условиях это можно сделать? Кто работает в музее экскурсоводом? В музее, музей наш получил 1.5 года назад статус. Мы теперь государственный музей, мы включены во все реестры. И музей наш платный. Билет стоит 150 рублей, и сюда входит экскурсионное обслуживание. Для льготных категорий граждан все льготы, которые предусмотрены федеральным законом, они все есть. Более того, каждое последнее воскресенье месяца для льготных категорий у нас бесплатное обслуживание экскурсионное. Также у нас в музее есть мастер-классы. Мастер-классы у нас отличаются от мастер-классов, например, которые проходят в каких-то художественных школах. То есть все, кто к нам приходит на мастер-классы, им не нужно иметь какие-то вот художественные навыки или какие-то художественные склонности, хотя, наверное, они у нас у всех есть. У нас больше мастер-классы исторические. Они все имеют под собой основу именно познавательную в первую очередь, то есть для расширения кругозора. Но, тем не менее, та открытка, которую мы подписываем, например, пером, вы ее забираете с собой. И можно будет потом дома полюбоваться и потренироваться, чтобы в следующий раз получилось лучше. Да, потому что мастер-класс не проходит в тишине. В это время человек, который сопровождает мастер-класс, он рассказывает историю, откуда, что, как этим гусиным пером писали, кто писал, когда писал, как в конце концов сделать самому у себя дома настоящее гусиное перо, чтобы написать там слово «мама», например. Ну и лишний раз повод взять в руки ручку, потому что писать мы стали все реже и реже. Вот смеялись с коллегами, что мы гусиным пером теперь пишем чаще, чем шариковой ручкой. Ну, это будет 100% навык, потому что пером-то посложнее, чем шариковой ручкой. Да, и там и аккуратность, там и точность, там и глазомер должен быть, потому что если ты возьмешь больше туши, то тут же получишь кляксу. А многие дети даже не знают, что такое клякса. Ну вот в музее вы узнаете, что такое клякса. А промокашка? И промокашка, да, обязательно, конечно. Но с промокашкой проще, потому что сейчас промокашки такие уже совсем одноразовые. Вот. Ну а вот клякса, она
так и осталась кляксой. Ничего не поменялось. Да, за нашими мастер-классами можно следить на всех страничках в соцсетях и на нашем сайте. Мы всегда делаем анонсы, и эти мастер-классы все известны. Единственное, что сейчас мы живем в пору ограничений, поэтому мы очень просим записываться, к нам записываться, звонить по нашему телефону, который указан на сайте, и записываться, потому что вы будете приходить к определенному времени. В это время будет полностью подготовлено место, где будет проходить мастер-класс, и это будут не только столы и стулья, но это еще будет полностью произведена дезинфекция. Мы живем сейчас в такое сложное время, мы не можем это скидывать со счетов. Поэтому прошу записываться. Но это же и в интересах посетителей, конечно, тоже. Конечно. Значит, безопасность, да, будет гарантирована. Особенно дети, потому что дети сейчас у нас тоже в зоне риска. И мы не можем рисковать их здоровьем. Весь персонал музея привит. У нас у всех абсолютно есть прививки и антитела. Мы встретим вас в масках и попросим вас тоже надеть маску. На входе будет измерена температура. У взрослых будем просить QR-код. Сейчас во всех музеях под Москву именно так все происходит. Поэтому надеюсь, что скоро это закончится, и мы уже будем, что называется, обниматься совершенно без масок и радоваться друг другу. Да, конечно. Светлана Геннадьевна, расскажите про экскурсоводов. Кто работает в музее? В музее у нас работают сейчас 2 экскурсовода. Мы надеемся, что к нам скоро придет 3 человек. Наши экскурсоводы прошли аттестацию, получили дипломы. Один из экскурсоводов работает в музее очень давно и прекрасно известен нашим, хотел сказать, зрителям, нашим посетителям. И посетителям. Это Ренат Ринатович Шафиков, человек-легенда, человек, который в нашем округе известен, мне кажется, вообще каждому. И к нам пришла молодая девушка, профессиональный искусствовед, тоже сейчас она аттестована на лектора и экскурсовода. Вот такая у нас Анна Владимировна Солдатова к нам пришла. Надеюсь, что еще придет один человек. Мы его очень ждем. Если вдруг кто-то посмотрит наши передачи, захочет работать в музее, сейчас у нас вакантна должность экскурсовода. Присылайте резюме нам на почту и будьте готовы пройти тестовое задание. А вот требования к экскурсоводу какие? К экскурсоводу требования, на самом деле, достаточно простые, потому что это человек, который встречает вас в музее и провожает, и сопровождает. Экскурсовод – это лицо музея. По экскурсоводу судят о работе всего музея. Просто всего музея. Должность ответственная. Да, это очень ответственная работа. Поэтому человек, конечно, должен обладать не только таким гибким умом и очень хорошей памятью, но еще он должен иметь некоторые артистические способности. Потому что сейчас уже ушло время тех экскурсоводов, которые, так знаете, безэмоционально что-то там проговорил и пошел лекторы дальше. Такие. Да. Сейчас очень важно, чтобы между людьми, которые пришли к нам в музей, и экскурсоводом тут же возникла такая вот, знаете, симпатия, чтобы тут же они подружились вот буквально с первых секунд общения. Потому что сейчас люди приходят в музей очень образованные. Некоторые даже готовятся к приходу в музей. Есть даже такая игра, там, что типа вот задам такой каверзный вопрос, не ответит, что экскурсовод не ответит. Вот. Но у нас, слава богу, таких еще ситуаций не было. Но с другой стороны, я могу сказать, что даже если такая ситуация случится, ничего в этом страшного нет, потому что мы же друг друга образовываем. И если вдруг появляется такой вопрос, я всегда говорю экскурсоводам, ничего страшного, запишите телефон этого человека или там email и найдите эту информацию и обязательно ему ответьте.
ну, как бы, чтобы все равно, а вопрос не остался вопросом, чтобы у него все равно был ответ. Нам много пишут в соцсетях, задают вопросы очень много в соцсетях. Все, кто следит за нашим онлайн-жизнью музея, вы, наверное, знаете, что фактически каждый день мы выкладываем новый ролик. Мы уже выложили за время пандемии больше 300 роликов. И продолжаем их выкладывать. Это ролики абсолютно все нашего производства. То есть мы сами их делаем. Уж судить вам, дорогие наши посетители. Но, опять же, вот это тоже делают экскурсоводы. Ввиду того, что за пандемию у нас сократилось количество людей, которых мы можем принять. Если раньше мы могли в один час принять 40 человек, и даже порою больше, то сейчас у нас, извините, 5-7 человек. Мы больше не можем. То есть мы разбиваем, конечно, мы берем там 14, 20, ну, там, на улице, то есть мы разбиваем на 3 группы и ходим, и находим возможность принять людей. Но это все равно не так просто, как это было раньше. Поэтому навыки операторские, навыки звукорежиссера, монтажера, да, и, опять же, артистические навыки у экскурсовода теперь должны быть. Такая непростая работа экскурсовода. Светлана Геннадьевна, вы сказали, что новогодняя выставка вот где-то через неделю завершается. Что на смену ей придет? На смену ей придет наша уже ставшая традиционная выставка, посвященная блокадному Ленинграду. Каждый год мы ее стараемся сделать немного по-новому. В этом году мы хотим ее сделать такой интерактивной, если можно сказать. На открытии наши гости и те, кто придут на открытие, мы хотим и попеть песни военных лет. Мы хотим немножечко ее сделать не такой трагичной, а более живой, что ли. Более такой приближенной к людям. Потому что, опять же, вот возвращаясь к тому времени непростому, в котором мы живем, хочется, чтобы даже на серьезные темы мы поговорили радостно. Радостно, чтобы, опять же, какая цель на самом деле музея? Цель музея – дать такую информацию, которой нет в интернете, и чтобы человек, который пришел домой, он захотел эту тему еще сам изучить, узнать, полистать книжки, может быть, что-то найти, какую-то информацию в интернете, подписаться, возможно, на какую-то группу, которая этой темой занимается всерьез. Вот какая задача музея. Мы же, музеи не сдают экзамены, да, не пишут контрольные. Наша задача именно так донести материал, чтобы человека зацепило, чтобы ему захотелось узнать больше. Вот какая наша задача. Когда выставка, посвященная блокадному Ленинграду, откроется? Она открывается 27 января. Время сейчас будет уточняться, потому что мы все-таки открытие делаем для людей, которые пережили блокаду Ленинграда. Сейчас мы их будем обзванивать, спрашивать, какое время им удобно. А наши посетители узнают о времени из соцсетей. 27 января открывается выставка, посвященная блокадному Ленинграду. Чем еще планируете удивлять посетителей в этом году? В этом году 125 лет Ивану Ивановичу Дубасову, великолепному художнику, художнику, который, как сказал один мальчик, нарисовал нам деньги в советском периоде. Ну, в общем-то, правда. Это правда. И это удивительный человек, одинцовец коренной, который родился и практически всю жизнь жил в Одинцово, в нашей истории нашего государства оставил огромный след. Он был автором советских денег, он был автором многих орденов и медалей, он был соавтором герба Советского Союза, он также писал удивительные картины, это были и плакаты, и такие графические картины потрясающие. И нашему музею повезло. У нас есть коллекция этих работ. И мы, конечно, их будем экспонировать и будем о них рассказывать. Очень надеемся, что нам удастся сделать зал, посвященный Дубасову. Надеемся, что у нас это все получится. И плюс ко всему, 1 сентября у нас будет очень интересная
действо. Это день знаний. Это день рождения нашего музея. И к этому, к этой прекрасной дате будет еще приурочено столетие нашего первого директора Пузатикова. Поэтому мы собираемся делать много интересного. И я уверена, что много интересного, о чем вы еще сегодня нам не рассказали, посетителей музея обязательно в этом году ждет. Конечно, потому что мы стараемся, чтобы наш музей был живой. Мы стараемся менять экспозиции, мы приглашаем совершенно удивительных авторов, просто удивительных авторов, которые просто завораживают иногда своими такими удивительными творческими способностями и человеческими. Вот у нас сейчас экспонируется великолепная выставка изразцов Николая Любимова. Потрясающий человек. И я всегда говорю, что он в первую очередь ученый, потому что из этих осколков, которые порой ему достаются, нужно сложить изразцы, да не просто изразцы, а сложить именно такие изразцы, какие они и были, и по тем же технологиям все это сделать и показать миру. Это удивительно. Так что приходите, пока изразцы у нас. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, Светлана Геннадьевна. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.